Сергей Геннадьевич. Он, вернее, в куртке, в пальто и в трусах. Сергей Геннадьевич. А вы же брат, вы будете мне Ваня сказать? Да. Нет, только с рождения родителей. Получится. Да, это все очень опасно. Ваня, туда, туда, туда. Все, да, надеюсь, скоро увидимся. Приводите родителей, будем заниматься. Бойцовский клуб, ё-моё. Ты что, когда он из полиции, когда ему хотели кукошки отрезать, он убежал. Он говорит, я так долго бежал, бежал, что как будто кислота начала разъедать мои вены. И потом я еще побежал дальше. Я побежал дальше. Так, сейчас я записываю всех. Не стоим, друзья мои, не стоим. Не стоим. Ну, главное, подняли. Главное не стоять. Двигаться, сражаться. Опа! В одну сторону, в другую сторону. Колено выше. Да есть такой эпизод из Махабхарат, когда этот учитель дрона вокруг дерева расставил всех своих учеников по кругу. И каждую по внутри вращения. Ага. Вот. А на вершине дерева стоял вырезанный из, ну, как бы, из фанерочки птица. Вернее, там даже, по-моему, живописи. Он не суть важно. И он подходил по отдельности каждому из царевичей и спрашивал, подошел там к этому Дурьёдскому, говорит, что ты, говорит, видишь? Он говорит, я вижу птицу, а что еще? Ну, дерево там, что, ну, мошки летают, ну, где так, понятно все. Подходит там еще к одному, что ты видишь? Я вижу птицу, что еще? Ну, оперение там, мне там такое красивое, понятно все. Я, в общем, прошел много учеников, там, подошел к Бхиме, там, такой, самый крупный был из них. И он это, очень любил поесть. Он, Бхима, что видишь? Вижу птицу, что еще? Плод манго. Ну, вот, за знание, он говорит, серьезно. И когда он подошел к Арджуне, говорит, Арджуна, что ты видишь? Я вижу глаз птицы. А что Иван, еще? Иван, не стоим, Иван, давай. Глаз птицы. Руки подними. Что, вообще больше ничего не видишь? Нет, только глаз птицы. Вот я стреляю. Ага. Руки подними, ты что ржешь там стоишь? Он так себя выбил, да? На такой уровень, что он уже был там вот в этой цели. То есть ничто его не отвлекало? Ну да. Он видел только... То есть нужно было попасть в глаз птицы. Че это? Провод. Да? Пока сейчас у меня будет поиграть, потом этот провод. Концентрация, да, полная, да, у него? Причем на сам Ямвари, когда выбирали там, значит, арену там, это, в общем, журнал-то, там был такой, как бы, ну... Махи ногами перед собой, прямыми ручки. Вытянули перед собой чуть-чуть, их по сторонам развели. Правая нога тянется к левой руке, левая нога тянется к правой. То есть по одной версии был бассейн, в котором плавала рыба. Иван, ты с нами или домой пойдешь? А? С нами, давай, брат. Вперед! Руки чуть-чуть, я тебе объяснял же. Он целился вроде ровно туда, в другое место, он целился, а попал хорошо. Забыл уже, стой. Там есть вот понятие, что понял? Был колодец. Вот. Запомнил? Я был колодец, я такой шток длинный. Да. Торчал очень высоко. И он за что-то, он как-то крутился, и там была рыба такая. И нужно было смотреть отражение рыбы. То есть вот так. Попал, да? Прям, причем глаз рыбы. Вот. Там какой-то речной опыт, что ли? Там дело вообще не в карте, а в фольклоре, чтобы это было очень сложно. Вот. И потом... Фамилия научная, меня? Дмитрий. Дмитрий Александрович. Даша покорил путь. А? Даша вчера покорил. Дмитрий. Дмитрий. Год рождения? 77-й. Когда услышалось? Дмитрию, да? Правда? Ну, вообще-то да. А, ну ладно. Ты нормально добралась вчера? Все? Да, отлично. Давай, ноги прямые.
Руки опять куда? По другой версии, там был большой бассейн, в котором эта рыба плавала. И надо было попасть в нее, непосредственно в глаз. Так Арджуна, он прыгнул в бассейн, упал на дно, и из дна ее. Mm-hmm. То есть она вылетела. Там где-то еще луками, там чуть не атомные эти оружие, ядерное оружие. Ну вот это мало кто мог делать там. Сейчас сделаем очень полезное. Ножки сделай, я прям чуть-чуть внимание на нас перевлеку. Да? Только, да. Сейчас смотрите. Ручки поставили, опять, как дед рассказывал, да, одна из серьезнейших техник, но это когда уже прям на убой надо идти, да, это создание треугольника. То есть мы создаем щит перед собой, который фактически при разном вращении невозможно пробить, да, при условии, что у нас руки укреплены. Ну, да. Через этот треугольник, сейчас мы самое простое, да, сейчас не буду в историю, хоть сражение, что, например, вот этим рычагом можно треугольником. Одно дело, вот я руку просто положил, а другое дело, чувствуется, да, разница? То есть через треугольник можно помогать, и тут же рука сразу может переходить. Очень хорошо это применять в ножевом бое, когда ручку, нож, два ножа, пам-пам-пам, чтобы отсюда пойти. В нашем случае, в сражении, да, мы сейчас только это действие отработаем, но ручки положили. Подсказка, правая рука, то есть вот наши руки, да, домик сделали, положили левую руку на правую руку. Сейчас очень простое действие делаем. Раз. Правая рука отталкивает от себя левую и меняет положение, зеркалит. Смотрите с этой стороны. Раз. Правую? Раз. 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 Смотри, Ваня, мы как бы вовнутрь ручку, вовнутрь. Вот эту ты ручку отпускаешь, когда вот так сделал. Алло. Скрутишь внутрь. Да, эту ручку отпустил. Да, да. Хоп. Вот, уже вот эта рука, да, сделалась? Теперь смотри. Поворот. Хоп. Это такая защита, и такой может удар, смотри, быть. Вот я делаю, да, вот так. Все, хоп. И уже вот эту ручку как будто я ударил, да? Либо здесь, смотри. И вот эта ручка оказалась. Мы сейчас делаем, не торопясь, в таком состоянии, как бы статичном. То есть фиксация? Да, да, с фиксацией, да. Раз, два. Раз, два. Мы рисуем петлю от себя. Да, вырисовываем петлю. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Допустим, смотри, Николаевич, можете там секунду? Перехватим назад как-нибудь на плечи. Смотрите, какая штука, да, вот с этим. Не, ну, двумя руками как бы. Борьбой такой, да. То есть, вот эта рамка, нет, не переживай, первая, я вот этой конструкцией, я могу его держать прям как бы поломись на меня. Ну давай сильнее, я его могу держать на расстоянии. Вполне нормально, я не трачу много сил, это рамка, да, понимаете, кто у вас геометрию там не строите, да, понимаете. Да, я его сдерживаю. Если атака пойдет от него, Денис, в нашем случае. Бум! Прям встал, атака пошла, вот около ломится, да. Вот этим щитом мы закрываемся. Потом еще момент. Давай, прихватись. Вот наши ручки. Пошло действие здесь. Через обкатку. Через обкатку. Через обкатку. Руки у меня также работают. Через обкатку. Я сохраняю центр защиты вот здесь. Фактически вот этим треугольником только высокого уровня спецухи действуют. Почему? Потому что когда я делаю просто удар вот одной рукой, это одно. Если мне надо проломить оборону, сломить, мы сейчас не берем никакие там ножики, ничего, да, если надо пройти вот через соперника, то я начинаю доделывать действие, вот этот треугольник сохраняю, защищаю самые важные части тела, горло, даже лицо не так важно, горло, солнечное сплетение, живот. Я начинаю секущие действия, то есть бам-бам-бам, идет отовсюду действие. Фактически мы без замаха делаем как раз тот самый тычок, который нам нужен. Сейчас наша задача. Нормально же все? Да. Делаем раз, два. Раз, два. И начинаем рукой просто потихонечку, да, но руки, чтобы постоянно переплетались. Мы можем как внутрь, как наружу. Это не значит, да, что потом это в бою все будет бах, мы вот именно только так будем делать. Нет, в нужный момент я в треугольничек встал, оттолкнул, пошел в действие. Оно очень хорошо обманывает.
То есть очень хорошо можно заморочить. Откуда же пойдет удар? То есть откуда он выйдет? Для себя некий, рассмотрите, да, рисунок. Спокойненько сейчас, да, походили, не обязательно, да, вот так бы уперлись мы. Движение все должно быть, у нас ножки спокойненько. В принципе, кстати, используется ничего. Очень похоже. У них даже положение ног. У кого-то звонит телефон. Ну ничего страшного. Я тебе показал, что там на улице. Винчунь же какая штука интересная. Мы в свое время дискутировали с париком. Да, я ему говорю, да, вот этот казачий снег. Да нет, ты что, у вас положение как раз китайское. Все, ему как вот дед рассказывал, да? Что пластунка, она... Сниматься. Пластунка, она создана прежде всего для стариков, детей и женщин. То, что воины обладали, да, если брать грузича, что обладали, не имеют никакой силы. Вот пусть он хочет, он посмотрел, бог, без ленты нельзя. Какой они силы обладали, каким искусством, нам этого не понять, потому что у нас нет допуска до этого. Ну, если нам сейчас дать вот это знание, о чем мы сейчас понаделаем с палки с простой, ее бах, в землю воткнул, как волны, ну, я не знаю, что может быть. Это, вот это, все то же самое. Это реально гимнастика для детей, для стариков, то, что мы делаем. И Винчин какая штука интересная. Она была передана из одного из разрушенных вот этих, как я понял, монастырей Шаолинь. И ее до абсолюта, до идеала довела ее женщина. Вот сейчас получается вот, да, здесь, да. Обеими руками. А уже оттуда Винчунь — это хорошая база. Такое, да, вот обеими руками ты раз меня. Да, да, да. И сохраняешь здесь треугольник. Жестко. Нет, не балуйся, Володя. Вань. Давай ручки разные поделай. Сейчас мы начнем интересные другие вещи делать. Смотрите, какая, да. У нас же из этого выходит еще и восьмерочки. Проглядываешь везде все. Володя! Еще и закрыл. Все, выходи, брат, не надо баловаться. Давай без родителей не приходи. Пойдем. Без разницы вообще. Ну вот я вот. Маленького веса. Какая разница? Здесь, вот так как он правильно сказал, именно строительное мышление такое. Какой бы супер маленький вес не был, треугольник — это всегда очень жестко. А. Конечно, это конструкция. Это конструкция. Фермы, они треугольник бывают. Если обращал внимание, заходишь в какой-нибудь гипермаркет крутой, в огромный. Наверх голову поднимаешь, все держится на треугольнике. Я же сказал. На меня посмотрите внимательно. Я объясняю, без родителей. Ну, давай мы через полчасика, если я смогу подняться. Просто если, например, на вас начнут ругаться. Или прямо сейчас вы прям прибежали. Ругаться, говорить, что вы не понимаете. А, ну ладно, сейчас начал. Тем более, вы такие хорошие девчатки и ребята. Я не могу. Нет, только мама может помочь. Только мама может помочь. Бегите, гадите. Все, и не хулиганите. Ваня, не отвлекаться. Я вас оставлю. Все, пошел? Чуть-чуть отсюда. А, это ты. Помощь нужна какая? Ну, нет, там. Все, хорошо. Ваня, не отвлекаемся. Сейчас мы интересную штуку такую сделаем. Смотри, вот мы делаем. Вот мы делаем, да? Теперь мы начинаем стараться разные, какие вариации у нас могут быть. Какие у нас могут варианты отсюда выходить? Нас же могут, да, мне никто не запретит рукой так сделать, так. Но мы сохраняем конструкцию. Нам надо всегда держать эту конструкцию, защитить себя. То есть, если у нас фактически, у нас одновременно и защита, и одновременно идет нападение. Иван! Поехали. Пока просто на уровне рефлексов, спокойненько обводим. Да, одну ручку, другую ручку. То есть из расчета того, что там первый человек вот так, да, ну, может там так побежал. То есть надо прям бах сразу конструкцию выстраивать, потому что ударом тяжело сбить. Это надо очень точно попадать. А когда человек бежит, культяпками размахивает, да, а эту конструкцию бах, бум, треугольник сделал, и отсюда уже как он, знаете, как бой ведется, щитом закрылся. А отсюда бах-бах, как из-за щита. Вот у нас здесь вот это получается. Пам-пам-пам.
Чик, и опять в защите мы. Принцип понимаешь, да, у нас одна рука это щит. Выстраивается отсюда, из щита я вышибаю. Но удар должен быть как копьем, либо как мечом, либо как копьем. То есть не может быть, да, не может быть поражающего действия, как бы вот такого. Такой. То есть надо прям чик каратурки. А уже есть отдельные, там есть удары, есть с отмашка удары, там, не знаю, с раскрутой. Иван, поехали, поехали. Ручки должны мягко сейчас, ручки должны быть мягко. Вы еще, какой весь прикол, да? Мы тело обучаем именно к переходу из свободного состояния, когда нас помеху нам создают. То есть вот это действие, например, если ты сейчас не научишься очень четко реагировать, да, на свою руку, например, может в твоей жизни потом, ну, в каком-то там критическом, да, моменте, вот это действие отвлечь. За руку взяли, о, что, внимание куда-то ушло, 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 а еще вот сюда сделали, там, и внимание уходит. Поэтому здесь четко, с пониманием, ты как будто бы танцуешь. Не цепляйся. Ручки просто лежат. Они фактически, вы даже потом можете вот здесь сделать, да, все действие. То есть в идеале добивается этого. Почему, еще раз объясняю, да, мы создаем треугольник. Это природная конструкция, которая очень хорошо держит нагрузку. Очень хорошо нагрузку. Денис даже сейчас с технической, да, стороны объяснил. Если мы этот треугольничек раскроем и запускаем обе руки, то здесь начинается каша, не каша, а начинается поток ударов, да, действий. Очень трудно мозгу просчитать, например, да, вот смотри. Я делаю действие. Вот мозг у тебя, например, просчитывает, куда я могу удар нанести. Куда угодно, понимаешь? И мне достаточно, вот мне не надо сильно размахиваться. Мне достаточно таких тычков, да, особенно если это будет действие там на поражение. Пам-пам-пам-пам. Конечно. Поэтому здесь я показал здесь, внимание, пошло, как бы хочется закрыться здесь, да? Но на самом деле отсюда пришло. То есть, и вот эта вот рука помогает все действия сделать, да. Мы как бы пудрим гол, мы морочим. Мы создаем пляс такой, да, из рук. Пока не боксер. Даже бокс, школа советского бокса, она подразумевала стоечку, да, которая в своей фигуре, у нас там передняя ножка всегда косолапиная была, по-любому косолапиная, ножки не широко. И положение рук, она была треугольник. Это вот прям вот реально школа советского бокса, старый такой закалки, драки, которые пройдены там много тысяч даже боев провели наши спортсмены. Это опять домашнее задание, да, в виде пляски. Это в виде, да, вот этого ушу, то, что они там делают, да, это в виде плясочки вы именно делаете. Так заморочить просто проще, чем когда мы стоим в этой вот стойке. Бах-бах-бах. Да, 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 в цехе, да. Теперь смотрите, второй вариант, да. Сейчас у нас два взрослых, Ванечка. Не отвлекайся, сказали с ручками. Да, теперь смотрите, второй вариант. Вот это уже действие. То, что мы делаем. Вернее, дальше развиваем события. Пошла набивочка. Набивочка. То есть мы как бы укрепили, также прокрутили, бам-бам. Разными, да? Разные вариации. Вот так, вот так, вот так. То есть также с прокрутиком ручки у нас раз, прошли. Бам, ударили здесь, здесь. Сама набивка. Бам, бам. Как бы я могу руку выставить, допустим, да, в эту точку, куда надо попасть. Можно делать такие действия. Всякие, да? Вот такие. Можно делать действия. Оно же все равно, даже вот этих вот действий хватит. Я вот, Денис, сейчас чуть-чуть по-мощнецки. Вот эти действия хватит, чтобы можно было, если пошло, вот, вот руки, вот эти все, ой, тихо. Я вот, я говорю, здесь, вниз, оно само быстрее думает, бран. В нашем случае это надо быть очень аккуратно, да, а то еще засудят. То есть этих действий хватает, чтобы я выкрутился из ситуации, и чтобы я его чуть-чуть отжал от себя, немного отвел. Потому что, например, вот ломится, да, что-то происходит действие. Вот идут удары. Пам-пам-пам-пам-пам, и тут накидывается. Я закрылся. Делай так, чтобы можно было мне еще говорить. Вот эти вот, вот, щит у меня есть. Я не буду давать, да, так возможности. Отсюда я просто выстреливаю.
Я не буду смотреть, я не буду лицо, я буду как бы закрываться, но отсюда я также выстреливаю. Чувствую, что дистанцию сорвал. Да, я понимаю, что пока мы ноги даже не включали. Я уже вышел здесь, я присматриваюсь. Очень трудно на самом деле пробить черту в челюсть или в лицо. То есть можно дергать, да, можно закрываться, но из двух моих рук фиг его знает, это или это выстрелит. Вот так я сделаю, либо вот так я сделаю. Поэтому здесь наша задача еще, не на случай там стрелки, а задача сражений заморочить с минимальными жертвами, с минимальной обидой, с минимальными повреждениями для соперника. Надо его успокоить и облагоразумить. Самый лучший способ — это успокоительное вот этого клюха. Самый лучший способ. Шея нет, нет. Вот здесь прям бах-бах отключает, нет желания никакого. Если переходить на замок на челюсти, ну ощущения такие, это нормальные. Делай с набивкой. А, почему набивку-то я не сказал, да, что когда удары есть, вот эти действия идут, нам надо обязательно здесь на уровне, опять же, рефлекса и на уровне принятия боли как таковой, да, что нет смысла от нее отстраняться. Папа, за что там ты меня ударил? То есть это надо принять прежде всего. Поэтому здесь всякие действия мы делаем, мы сбиваем блоки, защиты по-любому. И я должен, что мое тело, не только же я буду бить, то есть, да, то, например, он сбивает, я должен это реально выдержать. И выдержать так, чтобы даже удар ногой, если пойдет, прям бах, конструкцию эту принял. То есть сами себе, не надо нам никакие там набивные тренажеры там, или там месяца вот этой тренировки. Вот она, железная рубашка, так скажем. Вот она, набивочка по телу, потом на живот можно переходить, там, не знаю, на шею, на все что угодно. Эти же наши, да? Плясовые элементы, да. Иван, давай, не отвлекайся. Это тоже как домашнее задание, потому что не обязательно делать там, знаешь, ночью в квартире такой бух. Все, это там Андрей Николаевич тренируется, да, бух. Нет, можно вот, как бы потихонечку, да, мы делаем, именно оно уплотнение идет. С бутылочками, с этими, с пшеном, ой, пшено. Ну, что, овес. Да. Дома стоят на балконе, выхожу, что-то ночь. Ну так, 112, наверное. Вот бутылочка по привычке, раз. И стою такой, тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Ноги, короче. Слышу, дверь где-то открывается на балконе снизу. Так, ну там, матом. Что ж такое? Кто-то рыщет, короче. Я вообще, короче, ну просто слушаю, что он там, думаю, кипишует. Прям и начинаю все сильнее, 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 а повыше деревянный, передаю, говорю, дверь сзади открывает, жена такая, дебил, вообще шикарно, я говорю, что такое, хорош стучать, знаешь, как он слышит, вообще жесть. Потом. Тут до меня только доходит, что это он вышел, что ж такое, блин, рыщет на балконе. Вот так же мы когда на Фридриха Энгельса жили. То есть мы-то не понимали, мы что там ночью занимаемся, ну, мешочек это поколачиваем, там, бутылочки, каучок. А там люди говорят, там, что у нас дом вибрирует весь. Вы днем поете, до 11 вы поете, и после 11 пиздец начинает дом трястись. Это вообще что ли? Так, смотрите, поделали, да, допустим, Ваня, сейчас будет интереснее. Сейчас мы как-нибудь это разобьемся так, чтобы нам было комфортно. Наверное, Ваня будет с Настей. А Денис, я и Андрей, мы отдельно. Смотрите, задача. Вот, допустим, исходя из того, что мы есть, да, вот сейчас вот эти вот микроупражнения, да, которые мы сделали, прям вот так, верхушечка. Два человека встали, один человек встал в любом из положений. Изначально уже атакующая стойка, да, изначально уже вызывающая агрессию, как бы, ты же предполагаешь, так сказать, что я там драться готов. Ну, может быть, я не буду нападать, да, но я готов драться. Задача другой номер, кто будет второй номер, да, работать, руки подними. Смотрите, если вы будете с Настей, что делаете? Делать такое действие, не торопясь. Надо оценивать сразу, в какую стойку мы стоим.
то есть как она, под какое воздействие пойдет. Но не получилось оценить, как бы, да и бог с ним, да? Делаем вариации такие. Раз, ты руку не убирай, ты как бы раз плотничком держишь. Посмотрел, что здесь. Посмотрел, что здесь. Посмотрел. Видите, что я делаю? То есть я рисую восьмерку. Я нижней петлей. Я снял чуть-чуть. Я чуть-чуть. Это может быть даже удар идти. То есть бах, пошел сюда. Одной рукой. Мы как бы рисуем какую восьмерку? Вертикальная, прямая. Вертикальная. Руку смотри, держи. Это вот буквально то, что мы несколько дней назад, помнишь? То есть понимаешь, да, то, что она идет, она выйдет туда. Не получилось здесь, пойдет здесь, через восьмерки. Я не говорю, что надо делать вот эти сразу сбив двумя руками. Зачем показывать все, что мы можем сделать? Задача здесь. Это очень круто. Поставил я стойку. Макгрегор сегодня смотрел вот он так. Четко, вот это раз, то есть вот это вот, и все, нокаут. То есть вещи есть. Кто его обучает? Кто его обучает? Смотрите. Настя, например, мы с тобой, да? Мы с тобой стоим, по-моему, сейчас Андрей с Денисом. Пойди, Андрюк, сегодня ты, братан, на нас как бы поэтому стараешься. Вот мы стоим, что Денис будет делать? Ваня, смотри внимательно, что ты сейчас будешь делать по отношению к Насте. Что Денис делает? Давай, поехали. А, это вот. Да. Снял, да. Постарайтесь плавнее, чтобы не было рывков, чтобы между фазой вот этой вот, вот этой петли, чтобы не было. Раз. Должно быть, наверное, еще и. В этот момент вообще да. Резко. Подкручиваешь и восьмерочку просто вырисовываешь. Но еще какая штука важная, смотри. Мы делаем здесь, поднимаем, да, я до него не достаю. То есть что мне надо сделать? Раз, я протянул. Еще у нас, еще вот это действие получается. То есть оп, и восьмерочка пошла. Из этого положения идут дальше. То есть вот она, восьмерка вертикальная. Мы посмотрели дистанцию. У нас же рука еще и вот так ходит. И вот так, и вот так. Пойдем. 10 раз один делаем, 10 раз другой. Я сейчас как бы пройдусь, посмотрю у вас это, ну, исполнение. На голову пришел. Я знаю, Иван, не отвлекайся, ты вставай, не надо на колени, не волнует вообще. Нет. Все, в стоечку прям сама в ножках пониже стала, ручки приготовила, еще и двигаться. Стойку сразу, вот смотри. Ножки, смотри, для тебя. Ножки чуть уже плеч, ногу одну отвела. Косолапит, присела в коленочках. Вот такое положение. Поглубже, да, присел, чтобы ножки укреплялись. Это можно перейти. Передвигаемся. Да? Либо под шаг ко мне сделать. Денис Андрей. На эту же руку. Передвигаемся через под шаг. Через под... Вообще без разницы. Так, все, давай. Куда в обуви зашел? Володь, ну ты что? Нет. Зачем вы балуетесь? Все, поехали. Давай. Иван, через под шаг. Через под шаг передвигаемся. Поехали. Не наклоняйся на него, зачем? Как ты приняла положение ниже? Вот. Блин, а интересно. Ну, блин, ну ты ж мне, ты что стоять не будешь? И двигаешься ручки. Будет неудобно. Будет неудобно, конечно. Вот так положение надо. Вот. Ты смотри. Ты восьмерочки снял. Вот эти петельки до ней тянешься. Восьмерочки снял, петельки до ней. Восьмерочки снял, петельки до ней тянешь. Понял? Ты как-то получается снял, дотронулся. Снял, дотронулся. Все. Ты пока не блокируешь и не уходишь. Делай медленнее. Не торопимся. Денчик, для нас руки всегда поднятые. Даже если он снимает, не давай ему возможность. К лицу не прижимай. Настя, подсказывай ему. Ванечка, смотри. И сразу у тебя ручка пошла. А ты делаешь вот так, и вот так ее потрогал, и вот так ее потрогал. Нет. Раз, как рубанул, как шашкой, помнишь? Давай. И сразу пошла, и той ручкой. Вот. Давай, двигайся вокруг нее, ниже присядь. Двигайтесь, вы тоже двигайтесь. В ногах мягче, Денис. Меняй положение стойки, не цепляйся за стойку. Ноги вот так, фронтально, по-разному, да. Самое интересное, когда ты делаешь, я хочу туда уйти, а она придет. Конечно. Да. Не резко. Сначала делайте это, плавно. Резкое движение начинает соперника вымораживать, чуть-чуть, начинает чуть-чуть, тоже да. Дергаться. Руки, Денис, раскрой. Руки раскрой.
стоп. В твоем случае вот так. В твоем случае вот так. Удобно. У тебя закрыто. Конечно, неудобно. У тебя закрыто. Смотри, здесь. Да зачем не надо? Вот, вот, вот у тебя действие. Здесь. Ну-ка, защитился. Раз. Раз. Не делал его, ты поднимай. Ты как бы ты еще в этот домик прячешься сам. Ну, так надо делать. Потом там это, с офигаченным отец твою рука зачем, конечно. Не раскрывающего, не раскрывающего. Исходя из этого уже положение, вот ты его держишь. С твоими руками так вот сделай, то, что я тебе показал. Вытяни руку максимально, Андрюха. Максимально. Еще давай, проходи. Вот с его, чтобы зайти, у тебя уже смотри, как раскрывается. Раз, раскрывается здесь. Поэтому чем у тебя руки дальше, надо играть опять этим, да, дистанцией. То есть должен держать здесь. И через это действие сделал. Например, он не дает он мне, да, оттуда возможность. Понимаю, да, что как бы возможность не дает. Даже когда ушел в глухую оборону. То есть мы можем всегда. Ну здесь. Да. Здесь уже, да, колени. Даже если ушел в глухую оборону, то есть человек, да, мы всегда можем выявить. Ну блин, ну, там все, конечно, все, этого все. Нельзя, но когда человек. Нет, ну мы сейчас для стрелки, да, рассматриваем. Ну, вот сейчас было. Если мы берем голову, пока тело тоже, да, не рассматриваем. Как бы нам надо поразить, пройти. То есть момент. Не дает человек возможность. Чуть руки. Опять, если чувствуешь, да, что человек на руках, он, да, ну, выдерживает. Прям пам-пам-пам-пам, бум, пам. Прям сбит, пам-пам-пам, бум. Это если уже прям сурово, да, все встал, не дает. Ну, бьем вот этими частями об этом. То есть не кулаком, у нас они варежка. Да, нам надо проводить уже действия. И они вот такого характера, как мы подкручиваем еще. А можно отсюда сбить, как. Вот он даже. Надтяжимо? Да. Можно же восьмерку. Бам! Бум! Бум! Давай пока, да? Ты вот за ними поедри их немножко обоих. Поехали. А, чую, что стоим? Тренируемся, вперед. То есть, да. То есть, а ты что стесняешься? Ближе подходи. Что ты? Прям подошел поближе. Раз. Мягче. И в этот. Да, сейчас ты терапевтически подошел. Сейчас подошел к ним. Да, работает. Да, и как бы управляешь сюда. Вот здесь есть места, куда все работает. Вот. Отрабатывай. Этой же рукой сделай, этой же рукой делаешь. Сбив лучше сбив. То есть вот у тебя сбив, да, пошел и тут же в этом. Как молотком, да, как саблей, как шашкой. Да. Прям вот жестче сбивай. Можешь еще вырисовывать. Не жалей себя. Так, давай на меня. Я просто девушек не сбил. Вот, все, давай меня бей, давай. Все, я вот. Лицо меня прям, кулаком меня сюда, давай. Что ты стесняешься? Вот, отлично, давай. Ну, смотри. Этой рукой ты сбиваешь вот эту вот, если вот это нет. Ты сначала одну руку ложишь, раз, рублевая. У меня прием провел, да? То есть вот я стою. Настя, не стой просто так. Стой. Видишь, что они делают руками. Понятно, да? Лучше не стой. Я начинаю наблюдать, начинаю нервничать. Если на всех что-нибудь заставлять, заниматься чем-то. Мне другая рука, если да. Я сам наш, чтобы я не нервничал, все хорошо. Понятно, да? Одной рукой эту сбил, да. А второй можешь, второй рукой, да. Сбил эту. Во. Понял, да? Как же можно еще и ручки, да, подхватывать, взять кулаки, ручки сжимать. Да, вот стоит. Ручки, да, прицепить его вообще, так, бах! Дыхание, насколько я понимаю, пум. Сжимателя. Не, зеркало это пошло, как раз правильно. Рука пошла за мной, да? Да? Не даешь мне возможности. То есть, пум. Зеркало это зеркало, сейчас мы зеркало. Трус. Все, ты встал, ты стой. А, стоп, пошла туда. Ты готов напасть, ты такой, ты меня хочешь напасть. Вот, то есть раз, сбив. Иду. Немножко ты сопротивляешься, когда вторая пошла. Снять. Да, все, сопротивляешься. Но сбив у меня, как же, пощёще должен, чтобы ты поняла. Что-то. Ой, ничего, да, ты, пока ты поняла, я тебя. Через под шаг, на удар. Да, то есть я раз, а не получается у меня вторая пошла. То есть раз, вторая, давай. Давай. Из треугольничка вперед. Зеркало. Видишь, я как устойку принял?
Вот, да. Давай. Нет, 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 нет. Ну ты рукой сбил. Конечно. Какая рука, такой мы зеркало. Да. Ну. То есть вот. То есть ты ее должна брать. Именно надо донести сюда. Иван, смотри внимательно, вот, что Андрей Николаевич показывает. Там сегодня у нас будут бои. Самые главные. Нормально. Ужасные. Самые, ну не